Ребята, всем привет! Сегодня у нас вот такая вот мелкая посылка. Написано, что это Mobile Phone Case, то есть это чехол. И, скорее всего, чехол для моего Elephone P8000. Дошла посылка около месяца, без трек-номера. Оценена 2 бакса и 10 грамм. Давайте откроем и посмотрим, в целости ли и сохранности пришел данный чехол. Так, круто. Он, оказывается, у нас еще и силиконовый. Это очень-очень классно. Я думал, он будет пластиковый. Хорошо все выполнено. В принципе, мне нравится. Главное, чтобы ничего не торчало. И вот такая вот у нас кассета. Есть у меня вот такой вот чехол, но он уже, смотрите, вот здесь вот просто треснул. Вот здесь треснул и вот здесь треснул. То есть качество не очень хорошее. Нужно, если открываете, то очень-очень аккуратно и осторожно, потому что дальше будет трескаться еще больше. Давайте откроем его и поставим вот эту вот кассету на это место. Так. Ну что, все идеально, нигде ничего не торчит, и силиконовый мне нравится больше, чем пластмассовый, потому что пластмассовый, вы сами видите, упал он, и все, хана ему, больше вы с ним ничего не сделаете. Ну а так, материал очень-очень хороший. Есть у меня еще вот столько вот чехлов. И здесь где-то была тоже кассета. Ага, вот она. Но мы видим, что данный чехол пластмассовый. И расцветка тоже, видим, не очень качественная. И вот эти вот все фишки вот для кнопок. Здесь все трескается. Так что данный чехол вот такого плана я не рекомендую. Но это на iPhone 6 Plus, если кому-то интересно. Вот такие вот хорошие чехлы. Еще хорошие чехлы вот на шестерку, на iPhone. Вот тоже здесь как бы резина и пластик, но это очень качественные чехлы. Вот такие вот чехлы тоже рекомендую. Ну, это обычный силиконовый. Это опять же пластиковый, такой не советую. Вот такого вот плана тоже классный чехол в виде кошелька. Материал тоже хороший. И вот такой вот Soft Touch тоже классный. Так что, друзья, выбирайте очень качественные чехлы, чтобы потом по 10 раз не покупать. На этом все, в принципе. Ссылка будет на данный чехол в описании. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и вступайте в нашу группу ВКонтакте. Всем удачного дня, всем пока. Лучший Китай ВК. Канал посвящен распаковкам сайта AliExpress, куче смартфонов, летсплеи на PS3, обзоры пневматики, краш-тесты, обзоры электроники, одежда и многое другое. Подписывайся, ссылка в описании.